Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чисто ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Сейчас я проверну то, что хотел провернуть. Только для этого мне надо взять ингредиенты еще. Антоха тут стрелами разбрасывается. Но их можно... Не разбрасывайся, я экспериментирую. Но их подбирать можно, поэтому стрелы это такое, но там минус в том, что лук стачивается. Да, прямо. Для меня 30 уровней это пшик. Я мелочиться не привык. И сейчас я стану... Оба-на, что-то с сервером заглох. А что с сервером? Че, у меня кнопки не клацаются? Сервер упал. Странно. Да. Я смотрю, у меня все перестало работать. Но я на сервере. А ну-ка, сейчас отключиться. Вот так вот, дорогие телерадиозрители. Че, я зашел обратно, а вы? Не можем. Ладно. Технические неполадки у нас постоянно преследуют. Сейчас перезапущу сервер. Итак, с проблемами техническими мы вроде как разобрались. Дело было в том, что... Дело было дрянь. Тангл упал. Да, пришлось временно перейти на хамачи. Хамачи. Посмотрим, как оно будет. Может, пинг возрастет, может, нет. Посмотрим. Ага. И я наконец-то хотел провернуть то, что задумал. Теперь я стану самым крутым наездником. Только надо еще найти. Блин, опять я... Ладно, поехали. Ах ты, падла. Так, оп. Сзади подкрался, зомбарь начал меня гасить. Как звучит. Ой. Гасить. Ах ты. Что-то я не понял прикола. А что, гасить его начали? У меня еще одно седло взялось. О-о-о! Я на свинью только что поставил седло, с нее выпало седло, но на ней вроде как осталось. Это глюк. Да, похоже, это какой-то баг. Я думаю, что не будешь перезагружать? Все, я... Перезагрузил? Нет. Оно прорисованное было, но на самом деле типа нету. Типа нету, но типа, блин, опять нету. Ё-моё. Чисто полюшка. Свинья плавать. Чтобы загасить по-русски лето. Не умеет. Антоха, нужна твоя ну помощь. Ну и клиперов заодно и зомбарей. Будет битва лучше всех. Антоха, мостик сооруди. Получи супостат. Стрелой в глаз. Да, сейчас. Свинья, конечно, это... Скорая помощь мчится к вам. Нечто. Она не ускоряться не умеет, не прыгать. Ух ты, а только черт, убегай быстрее. Ко мне подкрался сзади паук и начал меня гасить. Все меня гасят, что же за день сегодня? Там крипак еще. Еще ты кто? Стрипак? Стрипак? Мочи крипака! Свинья не умеет не бегать быстро, не прыгать. И движется она только в ту сторону, куда удочка ее манит. Брод готов. Это, конечно, печальное средство передвижения. Не лезь в воду, не зная броду. Нам нужна еще одна свинья. Только где их найти? А с этой у меня есть одна задумка. Только ее будет сложно провернуть. Ах ты мелкая сволочь. У свиньи всего... Он решил меня тоже завалить. 5 сердечек. Ого, а что-то удочка так сильно уже стащилась. Воу, воу, воу. На пятки давим, пацаны. А что, хп мало? Да. Да-да, забегай в дом быстрее.
Сейчас. Так, а я сейчас совершу опасное... Идись, кавалерия, вперед! Опасное дело. Тоха... А, не, наверное, с более низкого этажа это совершу. О, у этого гада зачарованный лук. Надо отжать его у него. Опасно с этого этажа. Тю, с меня что-то не хочешь ехать. Вперед. Шухер. Тут тоже сложно будет это сделать. Ну ладно. Вы смотрите? Куда? Жаль, что свиньи не летают. Странно, а свинья выжила. Вообще-то, по-моему, получить... Что, спрыгнул? Да. Чтобы получить это достижение, насколько я помню, надо грохнуть свинью. Кстати, нам загончик нужен еще. Сколько можно? Чтобы свиней разводить. Много чести. Антоха, ну принеси ко мне заборчик. Сейчас. Ничего себе, а удочка стачивается при движении довольно-таки быстро. Это вообще полный отстой. В этом плане... Полная параша. Свинья бесполезна. Просто как с нее седло забрать? Так. Что там тебе нужно было? Заборчик. Заборчик, а заборчик где? В подвале. Лестница, забор вижу. Взял. Несу. Несу. А где ты? Я возле нашего старого дома. Несу. Бегу, несу. Блин, а как с нее? Снять седло. Блин, у меня шлем раздолбался. Держи забор. И дверки надо, наверное, еще прихватить. Что ж ты сразу не сказал-то? Ну ладно. Что это такое? Гонец. С ней седло невозможно было взять. Да рубани ее. Да уже рубанул. С концом. Жалко, конечно. Свинью? Та шо, вёл. Ладно. Не в свиньях счастье. Ну, теперь я знаю, как на свиньях ездить. Очень полезный скилл. Мясцо со свиньи пожарить можно. У нас целых 3 штуки выпало. Удочка нам уже вряд ли понадобится. И седло я поставлю на свою лошадь. Во. Ага, я хотел их еще размножить. Сейчас мы размножим лошадей. Только надо подумать, кого с кем. Так, мою не трогай. Там золотым левиком, по-моему, надо размножать. Там можно и этим. Только... Проблема в том, что когда я пытаюсь... покормить, я на нее сажусь. Надо вспомнить, точнее узнать, как это делается. А если сидеть на другой лошади с верхом? Ну, попробую. А если привязать?
А не, если сидеть, то пересаживайся на другую. Лихо. Странно. Если этот, если не получится размножать, то придется нам их беречь. Надо будет глянуть, как там все-таки размножать. Так, ладно, хорош мудрить, что мне тоже задолбало. Там схемы свои что ли делаешь? Ну да, но этот механизм такой, но он... Собака сложная, и не хватит этого этажа, придется, ну его нахрен, попроще сделаю. Ничего себе. А что ты хотел сделать? Да ладно, я уже разбираюсь. Хрен с ним совсем. Тут же стекла битые уже, тут и все. Так, ты вселился в новый, абсолютно нулевый номер. Люкс. Forest Lux. То, что люкс, а то, что он был в целости и сохранности. И то, что ты теперь там поломал все, должен возместить ущерб. Ага. Ну, сколько яиц? Метродотель. Метродотель. Какие слова. Обычные слова. Метродотель. Так. Я хотел верстак еще поставить. Во. Не сажайте ели, с них яблочки не выпадают. О, кстати, хорошо, что это такое? Напомню про ель. Тю, блин, вы дерево там рубите, траву, да, скашиваете? Ага. А то такое чувство, что у меня тут D3 вас что-то. Ты напомнил мне, Антоха, про то, что я хотел посадить. Тростника я чуть-чуть загреб. Пусть он лежит. А я посажу... деревце. Хотя костная мука мне пока не понадобится, но... Да ёп! С лошадьми мы разобрались. Кстати, нам бы... Нам, во-первых, надо в ту шахту вернуться. А во-вторых, нам надо в ад. И там подсобрать и светопыли, и кварца. Ну и главное, огненный стержень найти. Там мне эта затея дико не нравилась. Ват? Да. Ну, что поделать. Не подумайте, дорогие друзья, что я боюсь. Просто опасаюсь. Ну, ват нам придется, наверное, сгонять, наверное, даже в следующей серии. Потому что нам нужен и кварц, чтобы верхний этаж доделать. И кто ж там будет жить? И светопыль. А кто будет жить в кварце? Да, да, Иси. Кто? Хрена с два. Как он построится, так он и разрушится. Да. Говорится, нет этажа, нет проблем. Да. Так, псина пошла отсюда. Так.
Хорошо. Конечно, нехорошо, но ладно. Ого, Антоха, ты тут повырубал все капитально. Под корень. И выкорчерово. Правильно, никакой ели меня здесь. Уж чего думали, ели тут садить. А, кстати, у нас время серии подошло к концу. Поэтому эту серию мы завершаем. Всем спасибо, что смотрите нас. Ага. И до встречи. У нас тут травы так много. Я не понял. Пусть растет. Нахрена? Ты не видишь, там цветочки? И что? Валить цветочки. Пусть у нас будет тут лужайка, а не какое-то поле футбольное. Что значит какое-то поле футбольное? Мне не нравится это словосочетание. Итак, эту серию... Вон поляна у тебя... За этим самым, лесополосой, до горизонта. Вон, пожалуйста, развись там только хочешь. Эту а здесь у нас буферная зона, чистая и единственная. Мы вот завершаем. Так. Всем спасибо, что смотрите. И до встречи. Как это слился сразу. Эту серию мы завершаем. Всем спасибо. Пока. Вот именно, съехал с темы. Да. Всем пока. Пока.